Всем привет! С вами Каролина и компания ПРОСТАНКИ. И вот мы перешли к промышленной вытяжной установке GDC-4200 от Jaguar Machinery. Надежный стружкоотсос для мастерской с объемом полисборника 307 литра. Также благодаря мощному двигателю в 3000 Вт, производительности всасывания равной 4200 кубических метров в час, прекрасно подходит для продолжительной работы. Это мощная, высокоэффективная вытяжная установка с двумя емкостями для стружки и отлично подходит для обслуживания до 3 станков одновременно. Он оптимален для рейсмусов, фуговальных, фрезерных и прочих станков, производящих крупную фракцию отходов в большом количестве. Улитка и крыльчатка изготовлены из стали, которые не повреждаются при прохождении сучков и щепок. А для подключения рукавов предусмотрено 3 патрубка диаметром 100 мм. Если разветвлитель снять, то можно подключить один рукав большого 150 мм диаметра. Это стружкоотсос именно то, что вы искали. Спасибо, что выбрали нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!